Всем доброе утречко, у меня уже второй кофеек сегодня, так как мы утром все позавтракали, они разъехались, мои там тоже по своим делам, я быстренько, пока они уехали, я прибралась так, стирку тоже закидывала пару, надо мне еще погладить немного, ну а так, в принципе, все. Ну и поеду по своим тоже делам, да, мне нужно заехать. Я поеду или в Росман, или в ДМ. Мне, кстати, девочки просили некоторые показать, да, какую пахучку я покупаю, ну, которая в розетку, да, вставляется. Вот у меня, например, их две есть, знаете, вот, по-моему, это в ДМ я покупала. Вот такая вот, вот так она вставляется. И вот такая, они разные, да, под них специальные. Вот я хочу сейчас для этой купить. Вот я не помню, как, где я покупала, такой был вкусный запах, но я посмотрю, по-моему, в ДМ, потому что иногда, знаете, зайдешь в Росман или в ДМ, там все равно немножко они разные, как бывает, и потом забываешь, как, какую, короче, брал. Вот это вот у меня была, последний раз я брала две штуки, это, по-моему, белая сирень была. Она вначале прям такой интенсивный у нее запах, а потом такой спокойный. По-моему, белая сирень была. Ну, короче, посмотрим с вами. Но в этот раз я хочу вот для этой взять. Так как у меня это стоит в прихожке, сюда возьму другую. Короче, мне нужны тоже пахучки. Я здесь себе список составила. Потом для снятия лака жидкость мне тоже надо. Сейчас лето, все равно чаще как-то. Ну, хотя я все время лаком, да, пользуюсь. И стиралка это уходит как вода. А потом смягчитель для белья мне нужно, хотя у меня еще есть, но надо будет взять, чтобы было в запасе душ-гель мужской и таблетки для посудомойки. Так что надо будет... Вот все время, вот знаете, вот так в один раз так раз, так все заканчивается и все. Вроде бы так все есть. Ну, босику, может быть, вкусняшки возьму. Меня спрашивали, где теперь босик спит, как я стол переставила. Вон на стуле, вон там он сейчас спит. Как приличный кот теперь. А то на столе сидел. Ну, конечно, он там не спал, да? Так что он там теперь. Босик, выходи. Ну, ладно, спи. Короче, съездим с вами, посмотрим. Хотела еще сразу ответить на пару вопросов. Меня спрашивают насчет нашей посудомойки, потому что я в тот же раз говорила, да, что она у нас сама открывается. Вот сейчас она как раз открылась, и я вспомнила, как раз здесь была на кухне, да. Покупали мы ее в Икее. Ну, нам пришлось ее купить в том смысле, что не было у них, знаете, таких вот этих плат полностью. Так как у нас до этого была посудомойка такая же, вот от такой же фирмы Siemens. Вот у нас эта духовка, да, плита вот эта вот сверху. У нас была хорошая, да, посудомойка. Но у них не было вот этих именно плат, только для встроенных, да, вот таких вот посудомоек. Ну, тот, кто понял, тот понял. Есть вот такие вот для встроенных, как, а есть такие, да, где кнопки сверху, вот это вот все. У нас такая же плата была на посудомойке, или как ее назвать такая. Ну и вот, пришлось нам купить. Ну, мы не жалеем, да, так скажем, тоже хорошие все программы. Тут есть, свет там тоже есть. Короче, классно. И моет она, мне кажется, даже еще лучше, когда вот первый раз мы включили ее, мне понравилось. И еще плюс в том, что, ну, сейчас она выключилась, туда идет этот, показывает время, короче, сколько осталось, на пол показывает. Тоже это очень удобно, что она сама открывается, да, проветривается потом. Классно. У меня там посуды не так много, но я там это, ваза, которая пришла, да, там еще пару, ту вазу, да, все поставила мыть. Ну, как называется, я напишу, где-то сбоку есть название, я, если что, напишу. Не знаю, сейчас они есть в Икее или нет. Сколько она стоила, я тоже примерно так не помню. По-моему, около 900 евро она стоила. Точно не помню, это надо в бумажки заглядывать. Ну, тогда она нам предложила, мы посмотрели, она была самая дорогая из всех посудомоек. Она нам сама посоветовала, эта женщина, когда мы кухню эту планировали, когда... И она нам ее посоветовала. Такая хорошая женщина попалась. Мы с ней так долго так разговаривали. Она там предлагала, какие шкафы, где, как лучше. Все это. Ну, они вообще-то все, да, на язык. Бля-бля. Но все равно хорошо, когда немножко тебе тогда помогают при выборе. И вообще, так я, мы дома сами составляли эту кухню, да. Мы с Колей чертили там туда-сюда, да, как лучше, какие шкафы, конечно же. Ну, а так она нам посоветовала именно вот эту посудомойку, и мы ей довольны. Пока так хорошо, солнышко светит, но ненадолго у нас так. То дождь, то солнце. Ну, тоже хорошо. Мне сегодня нужно еще фильтр поменять на нашем кофейном автомате. Это для воды, да, он вставляется. Чистит воду. И от калька почистит.
кстати, последний остался. Нам нужно будет еще заказать. Ну, оно-то хватает, по-моему, где-то на месяц или я не знаю на сколько, на два. Примерно так. На улице так прохладненько, свежо, хорошо. Босик уже что-то выспался. Нужно цветочки мне сюда какие-нибудь купить. Ваза есть теперь круглая. Помылась в посудомойке. Теперь можно покупать какие-нибудь. Ладно, буду собираться, то что-то я это... То-то-то все. Босик, пошли? У меня здесь это, ну, бумагу тоже надо вынести. Это все как раз собрала. Это из-под вазы, да, которая коробка. Сразу за одним здесь у меня бутылки лежат. У меня в машине вообще-то там целый пакет бутылок. Я с собой как-то брала и забыла, короче, их сдать. Ну, ничего, зато еще тут прибавились из-под воды такие. Тут сколько? 4 штуки. Так что поедем. В Альди или в Лидл посмотрю, куда заеду. Там, между прочим, насчет вот этих вот салфеток, да, кухонных. Девочки писали тоже, что в Альди они... поплотнее, да, я тоже соглашусь. Вот это, вы знаете, как пушинка. Такие легкие, легкая прям, вы знаете, вот трогаешь. А те такие вот, потяжелее, поплотнее, которые в Альди. Мне тоже нравятся именно альдиские. Вот эти вот, которые в Эдеке купила, ну вообще не знаю, какие-то они. Рвутся быстро. Я задом иду. Ладно, пойдем. Ну все, наконец-то я собралась. В том смысле, что, знаете, то в одну комнату зайду, что-нибудь поделаю, то в другую, и как-то это, думаю, нет, надо, а то время уходит, надо по-быстренькому ехать, а то вдруг после обеда куда-нибудь еще поедем, пойдем, да, все-таки выходные надо как-то с пользой проводить. А вот эти вот магазины, это то, что нужно, да, так скажем. Надела свой любимый пиджачок голубой, льняной, вообще льняные вещи обожаю, вот эта вещь. Удобные к телу, да, вот так вот, и вообще приятно них находиться, мягкий, ничего нигде не давит. Вообще обожаю такой, знаете, стиль такой немножко спортивный, элегантный, так скажем, да. Ну, я уже говорила как-то, чтобы немножко такой как бы шкодный был. Ладно, пойду, а то сейчас разболтаюсь опять и что-нибудь пойду, зайду куда-нибудь, что-нибудь поделаю. Все, босик опять на стул, вот, видите, он на стуле теперь вот на этом поселился. Да? Опять здесь сын положил, он всегда прячет, типа я не вижу. На стул. На этом стуле, кстати, у нас, ну, только когда, например, мы вчетвером, да, тогда он занят. А вообще, в основном, вот эти вот три у нас в ходу. Вот этот вот, ну, только когда мы вчетвером. Когда сын приходит, старший, с нами ужинать, там, кушать или что-нибудь, тогда он... А так, я иногда их меняю, чтобы, знаете, не на одном месте засиживаться. Ну, чтобы стулья все были в ходу. Ладно, пойду. А то уже кошелек взять. Список обязательно. Я написала на листочке, так как, ну, на телефон же я буду вдруг снимать, да? Иногда я на телефон записываю, а иногда на листочке. Кошелек нужно положить. Он у меня как раз входит вот в эту сумочку. Вообще у меня есть еще маленький кошелечек, но вот в эту сумку он входит, этот большой. Вообще обожаю этот кошелек. Ему уже столько лет, ему уже лет 10, наверное. Знаете, что хорошо здесь? Там бумажка лежит. Вот этот телефон мой, который сейчас у меня в руках, он сюда вот как раз вот в этот кармашек влазит. И так удобно, знаете, взял как сумочку и пошел. Иногда вот, да, вот когда сумочку не берешь, классный. Покупала его, где его покупала? В аутлете в этом, на Мюнстре, да. Вот хороший попался. Потом я один раз брала там тоже от Michael Kors, да, только красный, совсем маленький. Вот тот был некачественный. Но этот был и дорогой, там, по-моему, даже на него толком и скидки не было. Сколько лет уже и... Ладно, пойду, все. Все, пришла в ДМ. Тут такая декорация красивая. Смотрите, звездочка такая симпатичная. Посмотрела, думаю, можешь взять. 2,95-3 евро стоит. Не знаю. Ну, вот эту я уже видела. Кружечка какая большая. Ну, симпатично. Ну, все не купишь. Там шум, полы моют. С такой машинкой специальной. Для сыра, да, такая симпатичная. Ну, такое будет стоять. Не пользоваться точно ей. Так, ладно. Представляете, я тот список, который написала, я его благополучно выкинула вместе с бумагами. Теперь буду вспоминать то, что я написала. Потом на видео посмотрю, все ли я купила или нет, то, что я сказала.
Так, нашла я в эти пахучки, это вот, которые для розеток, да, там шум ужасный. Полы моет такой специальной машинкой, такой шум. Короче, вот из Ленор вот эти, которые, да, идут, мне вот эти нравятся. А вот это вот сильно как на Хвайшпюлер, это, ну, который ополаскивает для белья, сильно пахнет не очень. Вот эти Ленор тоже мне не очень, а вот именно вот этот освежающий мне нравится. Сейчас беру вот этот попробовать, такой не брала еще. Вот как я и говорила, да, показывала вам другую розетку, вот. Отдельно они продаются. Возьму сейчас такой попробовать. А так, вот это вот я брала. Вот это тоже брала. Ой, короче, я все брала, но не могу сказать сейчас, какой именно хороший. Вот это вот я смотрю, какой-то новенький. Но потом возьму, попробую. Короче, беру вот это на пробу. Ой, шум какой. И для машины мне еще нужно взять. Вот это у нас где новая машина. Запах новой машины вот этот, Neuwagen. Вот этот вот тоже, в принципе, нормальный такой. Этот Ленор, как Вайкшпюлер, не нравится. Так, ополаскиватель для белья. Нету того, который я хотела брать, мне подписчица советовала. Эту фирму что-то вообще убрали, ее нету, которую я брала до этого. Ну, жалко. Ну, взяла опять от которой с запахом Ариэля, вот этот свежий. До этого вот этот тоже, по-моему, брала. Нет, к сожалению, хотела еще взять. По-моему, Оля, да, мне советовала. Такая сиреневая баночка. Ну, в смысле, сиреневая жидкость. Господи, такой шум здесь. Так, ну я уже, конечно, немного прибрала то, что не в списке было. Вот не помню, что еще было. Так, смягчитель для белья. Для посудомойки таблетки, пахучки эти, душ-гель мужской. Мне нужно было что же еще? Ну все, я уже в машине, хотела побольше поснимать, да, там, но так, как и сказала, не знаю, слышно было или нет, но там ходил один парень, да, и мыл вот этой специальной машинкой, да, полы. Такой шум сильный был, еще иногда там дети покрикивали, так что не знаю, что я там наснимала, короче. А сейчас передо мной в очереди один мужчина стоял, но видно, что он, ну, на Бауштеле работает, ну, в грязном, да, такой, ну, в смысле на стройке, да, и столько много он этих тестеров там положил на эту ленту, ну, от короны, да, вот эти тестеры, которые там, наверное, штук 20, и все так раз от него, так в сторонку, ну, все равно, да, вот это вот как-то осталось, то, что вот не заболеть бы этой короной, он потом еще прикалывается, говорит, да-да, у нас, говорит, на стройке, типа, на Бауштеле, говорит, что-то все пчихают, вот взял, говорит, сейчас будем тест. Все так посмеялись, блин, кошмар, людей запугали в доску. Ну ладно, показываю, что купила. Взяла вот такую еще тоже, ну, как для дома, да, раунду, в такую пахучку. Я тоже иногда ее беру, это чисто от фирмы DM. Это как лимонная трава у нас получается, тоже такой освежающий, классный запах, тоже поставлю. Так, в босику взяла вкусняшки. Тут бабуля стоит на меня, смотрит, думает, кому она что показывает, кому что рассказывает. Бабулечка, я блогер. Ой, смешно, конечно, и грешно, да. Так, потом купила для снятия лака. Не знаю, все купила я по списку или нет. Но так вроде в уме подумала, представила, думаю, наверное. У меня с помпой есть, я если что туда перелью и все. Взяла такая побольше бутылочка. Снимать лак. Потом взяла таблетки для посудомойки. Они мне нравятся, вот эти вот, не знаю. Всегда их беру. Там не надо, они такие, знаете, в этой такой целлофановой упаковке, ее снимать не надо. Раз, так сразу закинула и все. Короче, потом вот взяла, который, да, в розетку. Взяла вот этот попробовать запах. Так как и показывала, да, какие там были. Какие-то нравятся, какие-то не нравятся. Вот это вот попробую и скажу, если что. Посмотрим. Салфетки целых две. Ну, было так в упаковке, так дешевле, да. Две по 50 они штук. Ну, которые, да, для всего, мои любимые. Для машины взяла. Тоже меня спрашивали, как раз у меня вот это вот закончилось. Это у меня какой-то цветочный был аромат, вот сиреневый. Короче, это убираем, вставляем это. А это вот запах прям новой машины. Прям мне нравится. Прям заходишь, вот правда, знаете, как будто наверное, такой приятный запах. Ну, ладно, шуршать не буду. Потом распакую. И вот ополаскиватель для белья. Мне писали, вот я помню, Оля, да, не знаю, я там говорила, слышно, не слышно было.
именно вот сиреневая жидкость, я раньше брала розовую, то сиреневая, сейчас вообще этой фирмы нету почему-то в ДМ. Надо будет посмотреть в Росмане. Но взяла, я уже как-то брала в Лидл было, такая как типа, ну, пробная, ну не пробная, а то, что бутылочка была поменьше. Ну, мне понравился с запахом порошка Ариэля. Вообще мне не очень нравятся, знаете, такие сильно интенсивные запахи, чтобы, вот знаете, одеваете одежду, и оно перебивало вместе с духами. Вообще это не люблю. Также, например, дезодорант, да? Я не покупаю вот эти, которые пшикалки. Я покупаю такой, чтобы штик был, чтобы, ну, без запаха такой был. Не люблю, когда вот это вот все перемешивается как-то, поэтому взяла такой с запахом порошка. Или там вот этот, который баумволи, да, как хлопок такой типа запах. Душ-гель взяла, такую большую бадю. Всегда вообще от L'Oréal брала, но что-то последнее время одно и то же всегда я беру. Взяла им другое что-то попробовать от Фа. Ну, такой свежий, я понюхала. Я всегда же все нюху говорила. Такой освежающий, энерджи такой, да. А, прям аж это, типа напоминает, который я покупаю, лимонный. И взяла лак такой маленький, мини-пусенький от фирмы, ну, от ДМ, да, это Trend Apple, как он называется, такой маленький, по-моему, евро с чем-то стоило. Где мой чек? Где мой чек? По-моему, на 20 чем-то я закупилась. Вот так вот. Как с куста. Да, на 26,75. Ой, ну, а теперь поеду в Альди заеду, бутылки сдам и закуплюсь. Хоть какой-то плюс будет в бутылках. Ладно, поедем. Так, зашла в Альди. Киви надо будет взять. Тоже бананы взяла. Помидоры надо тоже взять. Интересно, эти арбузы сейчас вкусные, нет? Ох, картошку надо тоже взять. Ого, большая. Картофан большой. Кстати, картошка подешевела, смотрите, 3,99, была 4,79, вот только на той неделе. Угу. Так, грибы надо взять. Надо лук в мешочек положить сейчас. Дыню выбрать, вроде бы ничего так, мне кажется, спелая. Красный лук взять. Здесь 500 грамм, вот евро 19, если вдруг вот так вот цены интересны, да? Чеснок 200 грамм, ойра 49. Это био-картошка, 1,5 килограмма, 3,99. Это вареная уже готовая кукуруза, сладкая картошка. Килограмм, евро 89. Цукини тоже пару взять. Девочки, вот смотрите, всякие тоже вот. Вот для авокадо есть в Альди приправа, если что, да. Для рыбы вот. Это для чего? Для лапши, для нудель, да, вот всякое. Кройтеркварк. Вот такой не особо, для пиццы. Для рыбы, наверное, возьму. И они, кстати, сейчас по скидке. И про булочки тоже меня спрашивали. В Альди они тоже есть. Вот био, которые я в Лидл беру. Вот, темные. Ну, цельнозерновой муки, да, так скажем. Так что я их возьму. В Лидл, в Альди они есть. Есть такие тоже тостерные, протеиновые. Потом другие круглые. Вот тоже они есть здесь. Просто меня спрашивали как-то в Альди, в Лидл, где они продают. Они везде есть. И в Реве тоже есть, в Эдеке, всякие такие. Ну все, Восик, контроль. Прошли сумки. Сейчас смеялась, короче, зашла, сумки поставила, Босик обнюхивает. А я говорю, ну что, Коля, все сумки обнюхал?
Ну, бывает такое, ну, он же у нас как член семьи, да, иногда даже путаешь, а иногда именем сына на него. Так смешно получается. Так что, Коля, будешь смотреть, прикалываться, все не сумки обнюхай. Я, короче, в Альди купила, ну, я потом так разложу, да, и все покажу так получше. А сейчас я просто хочу вот так на камеру именно показать. Это я купила Колиной маме, это сушилка для посуды. Помните, когда мы у вас были, вот посуду, да, мыли, ставить вот так вот, ну, некуда, да, не то чтобы некуда, а как-то, ну, неудобно, да, потому что посудомойки у вас нету. Коля как-то даже хотел купить, но места нету, вот поставить, да, вот у Колиной мамы просто на кухню. Это получается посудомойку поставишь, какой-то шкаф нужно убрать, и места будет меньше. Но так как она одна, да, это как-то не особо нужно. Ну и, короче, вот я увидела, в Альди была, по-моему, 5 с копейками, около 6 евро. Вот такая вот сушилка для посуды, когда посуду будете мыть, ставить. Так что, когда Коля там или кто поедет, если что, напомните. А то, если я сейчас ее уберу, я про нее забуду. Короче, она вот так раскладывается. Вот так. Здесь такой силикон проходит. Вот, видите, получается вот такая вот прикольная вещь. Тут для ложек. Вот так вот, ну, какие-то там, да, ложки, поварёшки можно вот так поставить. И здесь вот такие эти тарелки ставить можно. Это снимается, я так думаю. Да, снимается. И тарелки так ставить. Классно. Так что я вот увидела так и подумала. Думала на даче, но на даче тоже как-то, ну, не особо, не знаю, там, хотя надо маму спросить. Ну, вот я сразу подумала о Колиной маме, что это, думаю, удобная будет вещь. Так что пишите, понравилось вам или нет. Такая небольшая она, места не занимает. Там посушил, раз убрал в сторону, и все, вот такая плоская становится. Так что будьте иметь в виду, что вот такая штука у вас есть. Только когда она к вам приедет. Так, ну, а сейчас я так разложу и покажу, что я купила в магазине Альди. Ну, а теперь показываю то, что я купила. Ну, то, что нужно было, то и купила, да. Экономная у меня закупка получилась такая в Альди. По-моему, на 45, да, на 45. У меня там еще картошка в машине осталась. Взяла такие цветочки. Это астра вроде бы по евро 29 или по евро 49. Не помню теперь. Я так мельком посмотрела. Ну, недорого. На балкон взяла. Так как у меня, которые были там в маленьком горшочке, я их уже выкинула. На них что-то там вши какие-то напали. А босик у нас все-таки на полу всегда лежит, да. Как-то я это побоялась, выкинула. Ну, короче, не ахти, так скажем, выглядели они. Потом молоко взяла, 2 пачки, 3,5. Шампиньоны, малина, бананы, дыня, сливки, вот 7%. Потом сыр всегда такой беру, вот этот вот классный. Потом сметана такая полужирная, ну, в смысле, не такая жирная, 15%, да. Лук зеленый, красный такой репчатый, цукини 2 кабачка. Потом огурец. Тост, сосиски такие мини, куриная грудка, помидоры, фарш и булочки вот эти вот. Они и в Альди, и в Лидл, как я и сказала, есть. Просто я не знаю, меня подписчица как-то спрашивала, где я беру булочки, которые в тостере, да, жарить. А именно какие, я не поняла. Ну, вот такие вот они и в Альди, и в Лидл есть. И, как я показывала, да, и круглые, и там всякие разные тоже они есть там. И у нас тут что, и макароны. Ну, и все такая закупочка. У меня, в принципе, там у меня лежит сейчас тут мой пиджак висит. Сейчас буду вытаскивать это у меня с этого, с ДМ. Буду пахучку сейчас эту пробовать, которая для розетки. Вот такая вот, еще раз показываю. Я, когда ее поставлю, понюхаю, а потом уже скажу, конечно. Сейчас не могу ничего сказать, но мне кажется, такой нежный будет запах. Ну, а теперь, я думаю, поближе ее покажу. Вот так вот она раскладывается, спокойно складывается. Места много не занимает, если она не нужна, да, в принципе. Вот, ну, как и сказала Колина мама одна, для нее, я думаю, это вполне нормально. Ну, или там для дачи, да, вот так вот, в принципе. Я сейчас, кстати, вспомнила, у мамы есть такая, я не знаю, только она и пользуется или нет, но на даче я ее не вижу. По-моему, мы как-то даже в Россию ездили в начало 2000-х, что-то такое, в 2000-м. Точно не помню теперь. Ну, короче, она ее или там покупала, так что, мама, скажешь потом, да, или где. Ну, короче, была у мамы. А так вот, в принципе, классная вещь вот так, когда посудомойки нету. Раз, убрал так, когда мешает, и все, и никаких проблем. Потому что, когда мы там были, это... Ну, все равно, если 2-3 человека, да, вот, покушали, поели, посуда есть, так то, что посудомойки нет, раз вот так вот склал, оно просохло, потом убрал, и все, и без проблем. Поставил так, где-то там возле стеночки, и все.
поставила цветок в такой горшочек. У меня пару есть, знаете, таких горшочков. Вот специально для такого случая, если покупаю цветок в горшке, ну, с землей, да, то ставлю. Но он у меня, конечно, потом пойдет на балкон. Сейчас просто у меня там сушилка стоит. И это стол и стулья я собрала, так как все равно дождь опять у нас. Так что это... Пока пусть, может быть, здесь поставить на кухне, посмотрю. Но здесь мешать будет, конечно. Чтобы хоть немножко видно было. А то на балкон поставлю, там видеть не буду. Пусть пока тут стоит. Свечка эта обратно сюда пойдет. Пусть пока здесь стоит. Цветы я так и не купила. Там в Альде были, но какие-то они не очень. Поэтому вазу купила, а цветы нет. Теперь без цветочков. Пусть пока тут стоит. Вообще, мы тут сидим, оно будет первое время, знаете, такой резкий запах, а потом вроде нормально. Ну, если что, переставлю. Пусть пока так. Зато заходишь в зал, такой запах вот приятный. Ну, вот посмотрите на это мое чудо. Улегся на чистое полотенце, так. Лежал там. Когда я его сюда положила, ушла. Но я знала, естественно, что он ляжет. Я специально, может быть, его и положила. Это полотенце для ног. Просто с сушилки сняла, там кое-чего убрала, там туда-сюда. А это вот положила специально. Но оно для ног. Ничего страшного. Так что пусть лежит, отдыхает ребенок. Да, потревожила. Все-таки полотенце для ног, но оно чистое. Ой, боже, любитель чистоты. Весь в хозяйку.